Участникам конкурса «Молодой читатель», который длился больше недели, настал самый долгожданный момент. В столице подвели итоги республиканского этапа. Напомним, данный смотр направлен на повышение знаний узбекской и мировой литературы, поэзии, а также трудов великих мыслителей и писателей. Он также обозначен в 5 инициативах главы государства, которые охватывают такие направления, как улучшение духовности и содержательного досуга подрастающего поколения. Кто же стал обладателем автомобиля «Спарк», компьютера и уникального собрания произведений, узнавала моя коллега Сабина Мусаева. Участники конкурса встречаются лицом к лицу с книгой. И чтобы прочувствовать смысл произведения, они погружаются в мир чтения, где близко знакомятся с героями и авторами работ. Данное мероприятие было организовано в рамках 5 инициатив президента для всех читателей страны. Юные любители книг признаны молодыми героями нашей страны. Победителям конкурса, организованного при поддержке Союза молодежи, были вручены подарки президента – легковые автомобили. Те, кто занял второе и третье места, были награждены компьютерами и туристическими путевками за рубеж. Проведенный конкурс дал мощный импульс развитию читательской культуры среди молодежи в возрасте от 10 до 30 лет. Автомобили были переданы 3 победителям. В возрастной категории от 10 до 14 лет победу одержал Атабек Ишпулатов из Ташкентской области. В возрасте от 15 до 19 лет Шахзода Каримбоева из Республики Каракалпакстан, а также Сурайо Шодиева из Кашкадаринской области в возрасте от 20 до 30 лет. После этого конкурса мы обрели хорошее настроение и массу впечатлений. Мы благодарим всех организаторов и нашего уважаемого президента за возможность участвовать в таком мероприятии. Этот конкурс стал неотъемлемой частью духовного наследия нашей страны. Конечно, было приложено немало труда, чтобы стать победителем. Не могу сказать, что это было тяжело, ведь мы все получили от этого удовольствие. В свою очередь, я желаю всем молодым людям достигнуть таких побед, потому что человек, который читает много книг, всегда будет всезнающим. Ведь книга – это как факел, который освещает дорогу. Наши герои также получили собрание произведений узбекской и мировой литературы, чтобы обогатить не только свой духовный мир, но и вдохновить других юных читателей.